И в завершении выпуска сегодня солидный юбилей отмечает еще одна жительница Сургутского района. Александре Сучковой, проживающей в поселке Белый Яр, исполнилось 85 лет. Поздравить юбиляра в лучших традициях приехали представители районной администрации. Юбиляша здесь! Красивая! Красивая. Большое вам спасибо! Я уже родилась, разговариваю. Да. А когда вы родились? Александра Сучкова родилась в Оренбургской области. В годы Великой Отечественной войны помогала ковать победу, работая в тылу. Сегодня виновница торжества – заслуженный ветеран труда, труженица тыла. В Сургутском районе пенсионерка проживает с 2006 года. У Александры Константиновны двое детей, 4 внука и 6 правнуков. Именинницу от имени губернатора округа, главы Сургутского района, районного совета ветеранов и от себя лично поздравили представители районной администрации. Это гордость и богатство нашего округа. Я вам передаю, дорогому ветерану, это поздравление. И Наталья Владимировна Комарова вам еще и подарочек прислала. Какое внимание! Да. Я очень-очень-очень благодарна. И памятный адрес от Дмитрия Васильевича Макущенко, главы Сургутского района. Вы его прочитаете. И самые... сердечные слова, поздравления, ваш адрес с вашей семьей. Это уже у меня время найдется. Это примите наш скромненький подарочек. Спасибо. Я вас поздравляю. Здоровья вам, счастья. Живите долго-долго, хорошо смотритесь. Вот такой оставайтесь еще. Да нет, они меня разукрасили. Я говорю, наверное, не знает даже никто меня. Нет.